Добрый вечер, Ева. Добрый вечер. Меня зовут Евгений Додолев. Да, вот мы... Его зовут Феликс. Очень приятно. Вот, а его брата зовут Иван. Мы их отдадим кому-нибудь из ваших поклонников или поклонниц. Да. Ну, можно прям вместе или хорошо. По одному. Я буду рада, если они будут вместе. Да, они очень стесняются. Но... Да, а потом что-то черных не очень берут. Да. И вообще не все кошек любят. Вы как, кстати, кошкам? Я люблю кошек. Да? А были кошки у вас в детстве? У меня, да, у меня была кошка. Вот в детстве всегда были кошки. Ага. А буквально там года 3 назад у меня появилась собака. И я поняла, что это такое счастье. Что это лучшая кошка, да? Собака это лучшая кошка. Ну, у меня такая собака, что это... Вот такая, да? Нет, огромный пес. Польская низинная овчарка. Это очень редкая порода. Мне ее из Голландии привезли. Он такой лохматый и похоже на Альфа из телесериала, знаете, вот такое какое-то животное, непонятное, да, вот пушистый, смешно, да. И они с котом очень дружат. То есть они дружат с вашим котом, да? Да, ну конечно, да. Это редкий такой. У меня с самого детства были кошки, но так случается, случилось, так уж вышло, да, природой задумано, что не живут они так долго и не могут сопровождать нас всю жизнь, и поэтому вот у меня, наверное, три кошки было, но я помню каждую, помню характер. А сейчас-то кот или кошка? А сейчас кот, первый кот, да. А собака? А собака тоже, тоже? Мужчина, ой, дружок, как, все равно дружок ладят. И пончик. Вот это очень странно, как они могут ладить. Я считаю, что кошка обязательно должна быть, потому что я вот верю, что они очень чувствуют вот какие-то потусторонние силы. Кошки? И так далее, и защищают кошки где-то точно. Дом. Да, это 100%. Если собаки, значит, они боятся... Значит, дружок и пончик, ну, собака, наверное, дружок, да? Да, собака-дружок. А кот пончик. Пончик. Понятно, разобрались. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.